Приветствую, друзья! Мое имя Оксана Кучеренко, и сегодня я хочу поговорить об откровенном и сокровенном, а именно о продукте компании FFI Mystic, который делает поистине чудеса. Но почему об откровенном? Потому что в нашем обществе не принято говорить открыто о сексуальности и здоровье женщины, об ее настоящем полноценном оргазме и вообще для чего все это ей нужно. Я имею в виду в культурном свете, в корректном, потому как грязи и пошлости у нас сейчас, ну, сами знаете, сплошь и рядом. Именно поэтому я снимаю этот видеоролик. Итак, Mystic, для чего он нужен, что в него входит и, в общем, что это такое? Mystic является интимным гелем для женщин, и в его состав входит L-аргинин, это аминокислота, ментол и вода. Кстати, L-аргинин, о нем уже говорят все больше и больше, о его значении в здоровье, в организме человека. Это 100% натуральная аминокислота, которая входит, соответственно, в состав белков. И сама в организме она образуется в очень малых количествах. В основном мы получаем ее с пищей. Что происходит дальше? Попадая вовнутрь организма, L-аргинин преобразовывается в монооксид азота. И как было открыто учеными, оксид азота является таким природным расширителем кровеносных сосудов. Это же здорово! Понимаете, какое следствие? Наша клетка, она начинает дышать, она открыта, она свободна, в нее поступают все питательные элементы, которые необходимы. Там нормально циркулирует кровь, и значит, клетка насыщена полноценно кислородом. Вот это самое главное. Тогда у нас не болит голова и все прочее, и все остальное, когда у нас дышит открытая, не зашлакованная клетка. Как же связано женское здоровье, женская сексуальность с этим гелем, и причем здесь L-аргинин, аминокислота. Сейчас я все это свяжу. Наверное, многие из вас слышат, как помолодели женские заболевания, такие как миома, мастопатия, эндометриоз, да и целая куча, эрозия шейки матки и, как следствие всему этому, бесплодие. Почему так происходит? Зачастую причиной для таких болезней является застой крови в малом тазу. И сейчас есть этому абсолютно уникальное решение. Это Mystic. Хотя нет, решение проблем женским здоровьем является полноценный, глубинный, качественный оргазм у женщины. А Mystic является просто, как бы способствует такому оргазму, скажем так. Просто помогает женщине получить это удовлетворение на 100%, так, как это заложено природой. Не так, как получаем сейчас мы, вы в данном случае уже, а так, как это должно быть на 100% по высшему разряду, по максимуму. То есть, что дает этот гель, еще раз подводя черту, он делает женщину женщиной, он повышает ее чувствительность. И наступает пик сексуального наслаждения женщины в интимных отношениях. Кстати, он используется как в паре, так и в индивидуальном порядке. Сейчас я покажу, как он, сколько его необходимо набирать. Это вот такое небольшое количество, чуть больше, ну вот когда, скажем, такая горошинка. Наносится этот гель в область клитора, массажными движениями втирается не менее 2 минут. Ребят, хочу обратить ваше внимание, чтобы получить стойкий результат по нашему продукту, по Mystic, то, о чем сейчас я буду говорить, втирание Mystic, этого геля в клитор, происходит не менее 2 минут. Это важно. И также по времени, то есть 60 суток, 2 месяца вам требуется применять Mystic, прерываясь только тогда, когда у женщины, скажем так, критические дни, наступает менструация. Это всем понятно. Что же происходит дальше? Почему я говорю именно про клитор? Потому что там находится самый большой узел кровеносных сосудов. И наш продукт, наш Mystic, всасывается мгновенно и на 100%.
И он проникает в кровь и разносится по всему организму, циркулирует. Представляете, как заработали наши клеточки? А когда это еще и половой контакт, то к половым органам женщины идет максимальный прилив, приток крови. И как следствие получается глубинный, такой максимальный, самый, что ни на есть, глубочайший оргазм. Я знаю, что некоторые, я уверена, многие смотрят этот ролик, девочки, и говорят: да, у меня и так все в порядке, да зачем мне это там все нужно, да и так сойдет, ну подумаешь, не так это-то и важно. Девчонки, вы глубоко заблуждаетесь. Знаете ли вы, что мы с вами можем испытать три вида оргазма? Это клиторальный, вагинальный и маточный, но только маточный оргазм может разогнать женские заболевания, может разогнать кровь в малом тазу. Знаете ли вы, что при маточном оргазме из женщины может выйти до полулитра жидкости? О чем тогда мы говорим? Мужчины, вы знаете, какие будут у вашей женщины глаза, когда она испытает такое наслаждение, такое удовольствие? Поэтому я вам рекомендую, дорогие наши мальчики и мужчины, подарите своим дорогим женщинам вот такой продукт, который сделает их необыкновенными. Он очень доступен по цене, но действует он просто волшебно и творит поистине чудеса. Потому что ту женщину, у которой с интимной жизнью действительно все в порядке, ее видно со стороны, ее видно издалека. У нее даже походка другая. Она говорит по-другому, у нее приподнята головка. Да, вот как из того фильма. И мне вспомнилась сейчас песня, как там, летящей походкой ты вышла из мая. Это, наверное, оттуда, когда все в порядке. Так что, дорогие мои мужчины, любите своих жен, любите свою вторую половинку и подарите им качество вашей интимной жизни. Мне кажется, каждый мужчина стремится к этому, чтобы его женщина была удовлетворенной на 100%. И это сработает, это говорю вам я. Потому что результат нашей семьи получен практически сразу. И еще, вот сейчас сижу, вспоминаю фильм, может быть, помните, там в главной роли был Андрей Панин, царство ему уже небесное. Он общается с одним из авторитетов, который якобы в головку члена вшил себе бриллиант, и спрашивает у него: слушай, ну что скажи, любят бабы? И вот тот ему авторитет отвечает: ты знаешь, бабы любят, когда их любят. И это поистине золотые слова. Кстати, мужчины, вы также можете втирать себе мистик в головку члена. Это будет тоже улучшать ваши сексуальные ощущения, может быть, чуть меньше, чем у женщины, но это 100% профилактика простатита и улучшение качества семенной жидкости. Поэтому, опять, если мы говорим о репродуктивности, то мужчине и женщине нужно это применять обоим. Вот. Кстати, ребят, вы знаете, что, чтобы получить суточную норму L-аргинина, нужно съедать 4 килограмма арахиса. Я не знаю, способны ли вы съесть 4 килограмма арахиса в день, в сутки, но я пользуюсь мистиком. И что еще я хочу, чему уделить внимание, если ваш организм будет получать вот эту норму как положено, да, в сутки на 100%, то страдающие различными заболеваниями люди, вы увидите улучшение в своем организме, в своем здоровье. А именно, будут проходить головные боли, потому что спазма уже больше не будет, расширение сосудов. Нормализуется кровеносное давление. Состояние общее улучшается, настроение. Вот вообще, а женщины так вот какие приподнятые духом. Это очень важно, да? Как говорят, шутка Фоменко, если жена кричит днем, это потому, что она не кричит ночью. Мужчина, это для вас. Продолжаем разговор. Мистик, да, если, кстати, девочки, у многих из вас после родов есть такая проблема, как воспаление геморроидальных узлов, геморрой. Не нужно мучиться, не нужно вставлять кучу бесполезных свечей.
этот продукт, это ваше спасение, это то, что вам поможет, это я вам говорю на 1000%. 3-4 дня от вашего геморроя не будет и следа. Если это более сложная форма, просто нужно продлить лечение, скажем так, да, наносим на воспаленные участки, и неделя, может быть, кому-то две, и с геморроем вы попрощаетесь. Всегда имейте это с собой. Если детки, что касается детей, господа, у L-аргинин, аминокислота, у детей не воспроизводится вообще, их организм на это пока еще не способен. Поэтому, если у ребенка слабый иммунитет, пожалуйста, наносите это в слизистую носа, под язычок, на десну. Почему? Да, потому что если это слизистая, это быстрое впитывание, это мы все знаем, это моментальное проникновение в кровь. На кожу, если наносить, будет остаток какой-то на коже. Но если это ожог или рана, пожалуйста, нанесите это на поврежденный участок тела, и вы увидите, насколько быстро у вас произойдет заживание. Скажем так, да, чудеса. Но вот все чудеса в одном маленьком тюбике под названием Мистик. Кстати, у кого плохое зрение, да, кто стал хуже видеть, чтобы вы меня сейчас правильно услышали, развести нужно с водой, с кипяченой, с теплой, не с горячей, мистик в соотношении 1 к 10, то есть одна порция мистика и 10 порций воды. Пожалуйста, закапывайте это в глаза. Единственное, сейчас я хочу отметить, да, мужчины, женщины, при нанесении на интимные области геля вы будете чувствовать такой холодок, потому что сюда входит ментол. Будет прям такое иногда холодное обжигание, но это приятно, это вы почувствуете, но так это нужно. При закапывании в глаза будет легкое ощущение холодка, но обязательно развести средство нужно с водой. По нашим результатам в Майкопе конкретно скажу, две девочки, у которых был просто букет женских заболеваний, одной из них был поставлен диагноз бесплодие, сейчас имеют абсолютно здоровых малышей. То есть Мистик улучшает репродуктивную систему женщин. Он работает глобально. Как он действует, я рассказала до этого. И однажды пришла к нам в офис сотрудница именно по компании FFI, моя партнер. Она увидела мой голд-тренинг в системе Прав ТВ по Мистику и мне шепчет: «Ты знаешь, я вообще мазала его везде. Вот везде, где есть слизистые, везде его наносила». Я говорю: «Ну и что? Так у меня шишка рассосалась на груди». Я думаю: «Боже мой, Наташа, почему же ты молчишь? Вот такие результаты нам очень нужны». В принципе, наверное, на этом все. Я думаю и надеюсь, что сегодняшняя наша встреча была полезна многим из вас. Ребята, если есть вопросы по приобретению этого продукта, либо еще какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с тем человеком, который дал вам этот ролик, с официальным представителем компании FFI, дабы избегать подделок. Я на этом заканчиваю и желаю, чтобы в ваших семьях были гармоничные отношения. Любите друг друга, берегите друг друга, и пусть в интимной жизни у вас все будет на отлично. С вами была Оксана Кучеренко. Пока-пока!